Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбар. С начала года столичные спасатели потушили более 800 пожаров и загораний, на которых погибли 12 человек, еще 22 пострадали. Минск чрезвычайный. Многоэтажки по улице Андреевской во время демонтажа водопроводных труб на техническом этаже загорелся утеплитель. В это время там работал монтажник. Спасатели вывели его на свежий воздух. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчину госпитализировали. Но после осмотра врачами он был отпущен домой. Из-за сухой погоды спасатели продолжают сталкиваться с так называемыми сезонными пожарами, весенними палами сухой травы и другой растительности. В нынешнем году в республике зафиксировано уже более 2900 случаев загорания сухой травы и кустарников. Кто-то выжигал и выжигает сухую растительность преднамеренно, кто-то оставляет незатушенный костер, кто-то по неосторожности бросает окурок или спичку. Люди даже не задумываются о том, к чему может привести такая безответственность. Факты выжигания впечатляют своими трагическими масштабами. Уничтожено 93 строения, в том числе и жилые дома. Повреждено 33 строения. 5 человек погибли, еще 10 были травмированы. Чтобы избежать беды, не жгите сухую траву, а заметив пожар, не проходите мимо. Если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара. Сжигать мусор на своем участке можно, соблюдая определенные правила безопасности. Делать это только в безветренную погоду, имея при себе воду в достаточном количестве и подручный инструмент. Никогда не оставляйте огонь без присмотра. Помните, костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 от леса и 30 метров от соломы. Мангал или гриль устанавливайте как минимум на расстоянии 4 метров от дома. Безопасных вам выходных и будьте здоровы! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.